Добрый всем вечер. Чистый четверг. А это значит чистота души и помыслов, чистота своих желаний, возможностей. Я от души всем желаю только добра, только света в душе. Потому что, наверное, именно этим светом мы сегодня и живем, и любим, излучаем, дарим добро. Давайте дарить добро, творить добро, любить друг друга. Мы так редко это говорим друг другу. Вот я хочу вам сказать всем, я вас очень люблю. Всех, без исключения. Всех прощаю, и вы меня простите. Хоть это и не прощенное воскресенье, но все равно почему-то сегодня, в этот чистый четверг 2023 года, 13 апреля, хочется пожелать вам от всего сердца, самого главного, любви. Оно сегодня переполняет мое сердце, мою душу. И я просто хотел с вами этим поделиться. Я редко это делаю, потому что мы артисты, немножко артисты все. Но сейчас я не играю. Сейчас я действительно такой, какой я есть. Филечка Киркоров.